Всех приветствую с новогодними праздниками и Рождеством. Сегодня решил выйти и поработать в эфире. Вот со мной мой QRP-лик, это антенна ПАК-12, в сумочке лежит. В рюкзаке лежит трансивер VZR QRP с батареями. Вот выбрал позицию, значит, это замерзшее озеро. Так вот все это выглядит. Ну и давайте буду раскладываться. Так выглядит комплект антенны в сборе. Так, в процессе выяснилось, что забыл плашку для крепления противовесов, поэтому противовесы собираю таким вот образом. Благо, отвертка с собой была. Вот, ну ничего. Так, ну вот давайте еще раз рассмотрим, что из себя представляет позиция. Антенка стоит, настроена на 20-ку сейчас. Вот, пошел снег. Стало холодать, стало не очень комфортно вот так вот вещать в чистом поле. Провещал больше часа. К сожалению, у меня сломалась тангента у трансивера, и поэтому пришлось перейти вот на такую штуку, как телеграфный ключ. Вот уже пару QSO провел. Вот, довольно, кстати, интересно. Вспомнил телеграф, вспомнил, что я его знаю. Вот. Ну и, конечно, тут на QRP работается довольно весело. Руки мерзнут уже. Вот, сработали. Вот руки уже дубеют совершенно вот при работе в телеграфе. Вот, конечно, нужно было варежки одеть. Но сейчас уже буду сворачиваться. Вот стало темнеть, пошел снег. В общем-то, в таких условиях работать некомфортно. Вот, но тем не менее, было приятно выйти на природу, вот, в чистом поле повещать. Вот, тем более, это все переносное, все маленькое. Вот, ну, вот так вот. Еще раз всех поздравляю с Новым годом, с Рождеством, всего хорошего и 73 удачи!